Сейчас почти каждый день в Москве идут задержания, аресты активистов и муниципальных депутатов, которые хотят или принять участие в муниципальных выборах, или поддержать своих кандидатов. Я практически каждый день в процессах и на задержаниях, и я полагаю, что, возможно, все три фактора наложились, и в большей степени я считаю, что его задержание и административный арест связаны с опасением властей, что он может включиться и поддержать кампанию муниципальных выборов, и его слово, в общем, достаточно веское для московских избирателей. Камеры отключите все. Отключите. У кого нет аккредитации. Вот вы. И вы тоже. Я журналист, у меня записан. У вас аккредитация есть? Подойдите. Кабинет давай. Куда? Подойдите. Давайте пойдем. А вы содержите? У нас есть аккредитация. А они в зале сюда идут. Иди сюда. Так, кстати. Такие душки я не могу. Так слишком, такие как перчинки.